Короче, подостыл я чутка. Короче, что-то гулять хотел пойти. Может, пойду еще, но что-то впадлу стало. Надо побриться. Короче, главное не начинать чесать голову. Потому что, типа, приятно и... Здрасте. ЗОЖ. ЗОЖ-06. Не, волосы все хана. Знаешь? Чик. Не, растут, в смысле, блядь, здесь. Вон здесь видишь такие штуки. Да лысым четко. Мне очень нравится. От стресса? Нет, это генетика. У меня дед лысый, батя лысый, типа. Генетическая тема. Как все у меня генетическое во мне, вот это тоже. Нет, с Аленой мы не вместе. Давно. Короче, у меня уже, честно, крышняк течет. Я, ладно, еще сломанными ногами лежал, но сейчас я уже более-менее хожу. Ноги побаливают, но уже колпак течет жестко дома. Уже и гулять, типа, столько раз уже ходил, гулял. Что можно возвращайся без неинтересно, без меня, типа. Ноги сломаны у меня были месяц. Все зажило быстро очень. Должен был месяц два лежать. Встал через 2 недели уже. Через 3 ходил. Спасибо большое. Тоже вам взаимно. Здоровья. Долгих лет жизни вам и вашим близким. Всем привет. Спасибо, кто сердечки мне. Я всегда. Не всегда, когда я смотрю эфир, а я не его смотрю очень редко, отдельные личности. Смотрю эфир Самиры Мустафаевой. Энергетика. Самое важное, это энергетика, короче, людей.
Runaway Bride. Runaway Bride 13. Здравствуй, тоже. Короче, что-то сегодня пошел позаниматься и удивился, прикиньте, короче, что-то я сильнее стал, походу. Стал сильней, подходов больше сделал, много раз сделал. Но здесь брусья такие, типа, узкие. А вот на крестике, на Крестовском острове, там, блядь, широкие, у меня все разорвал нахер сразу. Грудак тогда, но он у меня зато вырос сразу. А здесь это чисто на руки, скорее. Привет. Офи-бой, привет. Удивительно гармоничный мальчик, спасибо. Дела мои в порядке. Скучал. Мы не знаем друг друга, если что, не подумайте. Что интересненького? Интересненького. Придурок. Обоснуй слова. Ладно, пока, давай. Привет, самый красивый мужчина в мире. Спасибо. Привет, самая красивая девочка на свете. Ну, одна из самых красивых. Точно. Как не давай? Один шанс у всех есть. Один шанс на встречу со мной есть только у каждого. С каждым я встречусь один раз точно. С любым человеком. Лечиться мне надо? От чего? Из миллиона что? А что из миллиона я что-то... А, понял все. Пожалуйста, Манаева Ми. Кристин, не ругайся матом в моем эфире. Здесь культурные люди. Культурные, воспитанные. Кристин, что ты все обижаешься на меня? Сколько раз к тебе предложения поступали? Немного, но достаточно. Больше, чем я обычно предлагаю. Чего бы я сейчас хотел больше всего? Это что, действие? Или что-то общее? Какая-то картина, картина из жизни какая-то или определенное действие? Одно. Вы культурны? Ах,
Ахла ночи, да, ума много надо, чтобы такое придумать название. С дочкой я не вижусь. Действия, не знаю, любовью заняться. Не, я не предлагаю больше. Я один раз вообще предлагаю обычно. Я тебе предложил два. Как можно было просрать семью? Чувствуешь себя ничтожным? Какой ответ тебя порадует? Могу накинуть варианты. В какой жанре можешь? Хочешь в драматическом, юмористическом? Это по-испански? Я понимаю, что это по-испански. Ты испанец? У меня нет бывших. Никаких. Что бы значит? Чтобы заняться любовью, нужно вначале полюбить. Ну, не всегда. Ну, а полюбить можно сразу. На то я и бог любви. Смерть, привет. Как дела, смерть? У тебя очень вкусные губы, тебе говорили об этом. Но вкусными никто не называл, ты первая. А может, и называли, не помню. Я не помню все, что было со мной до. Спасибо, короче, очень приятно. Даже мне предлагал, что я тебе ничего не предлагал. Что за гонный? За вранье карается строго. Вранье позволено только один раз. Мария 24. Спасибо, правильно. Да почему он голый? Непристойности пишут мне и отправляют. Попугай одно и то же пишет. Очень меня жалко, не надо. Не, ну спасибо, конечно, но... Здравствуйте. Вас не видно.
Что-то со связью у человека. Он без трусов. Илья, что ты ешь сейчас? Ничего, губы. У Алены новый бойфренд. Я не знаю, не в курсе, но замечательно. Это же прекрасно. Полюбить сразу это если только в постели. Не. Тоже не всегда. Ну, со мной понятно. Но люди рассказывают. Кто-то там не сходится, типа. Я не понимаю, как это возможно, конечно. Потому что, я не знаю, я просто все беру в свои руки, типа. И не только руки. Мне можно любого персонажа. Обучу, так сказать, любви. Научу чувствовать. Что просто только целовать, и уже просто башка откидывалась. А что думаете по поводу женской энергетики? Даже сами женщины иногда чувствуют, что одна ее прямо излучает, а другая... Ну, понятно, что есть, да. У любого человека есть энергетика. Ну, конечно, это правильно. Не боишься называть себя Богом? Я не называю себя Богом, я называю себя Богом любви. Это абсолютно разная вещь. Да, можно, конечно. Называй меня как хочешь. Скажи так, чтобы я знал только самое главное. Илья, давай серьезно, ты в трусах? В трусах. Серьезно, шок. Бог любви, а лежит, а потом опять сопли в камеру и по церквям. Поползешь за Бог. Любви, надеюсь, у дочки твоей будет достойный отец, а не тот, кто письку свою продает. Позор. Не, я смотрю сопли, а потом опять, в смысле, а потом? А потом опять это ты имеешь в виду, если я типа вернусь к Алене, да? Такой типа пес вернулся. Псина. Давай попользуем. Давай возьмем с него весь свет, который в нем был, есть, который накопился. И снова будем просто бессмертны. Но нет. Надеюсь, вот моей дочке, да, я тоже надеюсь, что будет достойный отец. Понравилось, как ты малышке чупа-чупс купил из покупок? Конечно. Как. Кто, если не я? Инструктор любви. Нет, инструктор любви — это грязно.
Я наделяю ей. Я не учу. Все сама приходит. Тебе, мне кажется, надо в монастырь. Возможно. First lesson is free. У меня нет энергетики. Выпей, сходи, энергетика. Большой ли у меня писюн? Не знаю. Нормальный. Я привык к нему просто. Но те, кто... Ладно. Не буду говорить, что они говорят. Кристин, ты, блядь, ты, сука, провокационный, да, персонаж, короче, я понял. Я тоже бог кухни. Я и бог любви, и бог... Ну, бог любви в общем, а кухня тоже я. Шеф. Я шеф просто. Можем обменяться? Как, каким это образом можно обменяться? Не, я любовь не променяю на кухню. Вообще. Бывало время, когда я не ел по 7 дней. Я любовь жила. Алена, кто по нации, не знаю. Спасибо, Манаева. Такие слова замечательные. Тоже пусть у тебя все будет хорошо. Будь счастлива и любима. С мамкой моей недавно тусил. Кто? Нет. Не было такого, не знаю. Я даже не знаю про что. Обычный самовлюбленный парень. Блять, вот что ты, сука, вот, знаешь, тебе уже хотел сказать, вот, ищет тебя и никак, но я думаю, у тебя все будет. Да я не думаю, я знаю, у меня и так все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже будет все хорошо. Будешь подобрей, поласковей. Откуда родом, тоже не знаю, Алена, откуда родом. С Ритой и Маргаритой? Нет, такого нету. Это приколы, короче. Ты кто это? В смысле, ты кто? Передаю привет в город Инза.
одной хате жили на Лиговке. Я на Лиговке не жил никогда. А, на Лиговском? А что? Что-то не помню я, короче. Это давно было-то вообще, наверное. Если было даже, я не помню просто. Когда ты успел отслужить? Вот так вот. Я люблю мамок, ты про кого? Спасибо за добрые слова, конечно. Манаева влюбилась, короче. Да, я понял, на прошлой галерее. Я с причудами, да, с конкретными. Спасибо, ты супер, спасибо. Джек Опинов вообще дурачок, блядь. Джеку Пинову надо, блядь, отпинать, ёпта, как следует. Спасибо. Омарова Кира. Мне вот, кстати, нравится слово «ору», типа. Я его не употребляю сам, потому что считаю его дебильным. Но вот мой искренний смех, да, реально, когда мне смешно, это пиздец, я реально ору. И все ржать начинают вокруг. Так на Доме 2 всегда было. Я начинаю угорать над кем-нибудь, ржать, и все ржать начинают. Анжела, шеф. Дела отлично. Илья за мной. Рите тоже привет. Нет, я не был на доме. Смотраться, блядь. Он еще жив, то не интересно. Я ору в рот беру. Это чтобы я прочитал, типа, было. Или ты про себя? Нет, так вот, я не закончил. Я его не употребляю, потому что какой-то дебильный считаю, что типа. Но звучит смешно. Я когда это слово слышу, вспоминаю, как я смеюсь, и типа мне смешно становится. Привет, Татьяна.
стараться живее всех живых, ну, дай бог. Пройтись по коммунити с дома 2. Короче, я загорел, прикиньте, смотрите. Мех надо побрить. Пройтись по коммунити с дома 2, да, я тоже люблю эту тему поугарать. Но я просто не смотрю, вы спрашиваете, типа, я, может, как просто комментарии дам, что я про кого думаю. Илюш, ты чью-то мамку обработал, там дочь не успокаивается. Блядь. Я директ смотрю. Ясно, хочет трусы снимать. Нет, не хочу. Возвращаешься на дом. Не знаю, нет. Наверное. Да, типа, короче, нет, просто, ну, веселая компания была, короче. Мамка ничья не пострадала. Да кого раскатать, я же говорю, я же не смотрю Дом 2, я типа поэтому. Мне даже имена никакие не приходят. Только на видео такой смелый, или в жизни, сука, я тебе сколько раз уже предлагал, блядь, тебе ебало разбить. Организуй бой, чё ты, блядь, ты. Хочешь заработать денег или там славу, ты же видишь, типа ты гони, за славой гонишься. Да давай, блядь, тогда. Организуй бой, блядь. Хочешь на подготовку время, не хочешь, похеру, так можно выйти, я уже нормально себя чувствую. Со сломанными ногами тебя расчепушу, блядь. Организуй бой, чё, блядь. Заработаем денег. Можно турнир какой-нибудь организовать. Ну, все сыкуны просто, понимаешь? Вот в чем суть. Сыкуны в плане, ну, там. Реально на словах. А как бы такой, типа, турнир какой-нибудь, бля, звездный. Да, вот сделать. Просто кто не сыт, реально попиздится. Так, причем прилично, блядь. Ну, по-настоящему подраться, как бы, блядь, по весовым категориям. Вот мне интересно, кто согласится, как бы, да, там, понятно, травы, рассечения, там, синяки. Ну, типа, это же быстро заживет, но, блин, зато это такие воспоминания, их никогда не будет. Тимати, там, например, я не знаю, получает пизды от Басты, или наоборот, там, блядь, или что-нибудь такое, понимаешь, клево было бы, блядь. Джека Пинов. Илья, пошли махаться, погнали. Я же люблю драться, так, честно, честно сказать. Кристиночка, привет. Заинька.
Сколько вешу я? Блин, не знаю, 90, наверное. 87. Не, 90, наверное. Но я чуть-чуть под эту сгоночку сделаю. Подгоню вес. Чтобы просто а может вообще ничего не... Ну, заниматься буду по-любому там. Просто на выносливость чисто. Ермачиху не помнишь? Я просто тоже не помню, с кем ты там тусил. Ну, с кем тусил, не помню. Тоже. Я бы тоже посмотрел на такое. Так ты приходи в зал, такие воспоминания. Так, блядь, какой зал ты? Ёп, чё ты? Зал. Нет, зал. Чё ты? Ты просто кто такой? Я могу с тобой просто на улице встретиться, тебя распиздошить в зал. Полный контакт будет, и все. В зале тоже будет полный контакт в любом случае, блядь. С приемами, блядь, с борьбой, с ударкой, со всеми. С локтями, с коленями, блядь. Илья, алло. Сколько ты весишь, чтобы я набрала? Тебе очень долго придется набирать до моего веса. Ты вообще вот так тебя могу поднять. Или обнять вот так. А ты меня вот так будешь за руку держать. Другой рукой. Илюш, ты спал? Да, спал, конечно. О, Глеб Кузин. Чё, Глеб Кузин? Помнишь Кирилюк? Да, помню. Такое не забыть. Наоборот, похудел сильно. Да не, ну не знаю, не, нормальный вес у меня сейчас. Покажи трусики. Не буду показывать, заблокировать могут. У меня боксеры. Серые боксеры. С черной резинкой сверху. Договорились, я вышлю тебе место и время. Ну, и сразу оплату. Оплата сразу. Чтобы было все, как бы, чтобы было много народу, чтобы все посмотрели, суки. Как с Илюшей связываться, Крестюшенька, как дела твои? Да, у меня всегда хорошие девочки. Самые лучшие всегда были. Разные очень, но лучшие. Поэтому на них спрос очень большой. Кузиным, конечно, знаком, да, Жень. Мы с ним много на проекте были. Меня тут, знаете, как недавно назвали, короче, ребят? А я только через 2 дня понял вообще, что это было. Меня называли рабочий мальчик. Рабочий мальчик меня называли. По вашему мнению, что это обозначает?
Сейчас затупил я что-то, короче. У меня так себе скучаю. Ты, может, поговорим с тобой? Вот бабы пошли озабоченные, пипец полный. Но они же не со всеми так. Камила красотка стала. Да, красивая. Похудела сильно. Красивая, ничего не скажешь. Но изменилась у нас проект очень. В лучшую сторону. Не знаю, как там по жизни, по действиям. Внешне, да. Нет, в данный момент я не снимаю квартиру. Ну, вообще, обычно да. С Ильяной виделся ли я после проекта? Не помню, если честно. Может быть, где-то там. Может быть, где-нибудь пересекались, но типа не помню. Ну, не помню сейчас. Может быть, видели. После проекта сейчас ты точно нет. Списывались, но не виделись. Писали недавно, что ты работал в гей-эскорте, может, поэтому? Что поэтому? А. Писали недавно, что я в гей-эскорте. Ну, я не знаю, короче. Ну, я даже не стал, короче, комментировать это все. Поугарал просто. Единственное, обидно было за 300 тысяч. 300 тысяч. Кто была первой любовью в лагере? Олеся ее звали. И зовут, наверное, по сей день. Да, у меня две кошки. Вот сейчас поговорим. У меня Кристиночка, две кошки. Привет, мой лысый. Привет, мой лысый друг. Мы нашли светлого брата. Да. Нифига себе, вот. Не поверите, мы сейчас только побрились на лысо. Она мне говорит, блин, ты на одного чувака так сильно похожа. Она выходит в инсту, короче, и как раз в прямом эфире. Мы не устояли. Это лучше. Лысым. Больше никогда не забыл. Офигенно. Вообще круто. Важная салфетка, может, будет. Тебе идет, кстати. Я да? думал, у тебя, кстати, я подумал, что ты такой у тебя. Да? Тебе надо татуировать. Тебе надо татуировать. Да? Надо? Думаешь? Было прикольно. Мне уже тоже прикольно. Предложили. Я бы себе сделал. Парку. Тут у нас страшно, у тебя психолога знакомого нету. Для меня. Блин, я подожди, каких до этого? Что? Какие у тебя фотки? Ой, какие у тебя фотки? До этого были. Фотки? До этого. Волосатые. Я только сейчас побрилась. Нет. Только-только, буквально 5 минут. Насколько длинные? Насколько длинные? А, вот так. Где-то были. Да. Не, ну и, а подожди, ладно. Я тебя поздравляю. Спасибо. И просто скажи, кому пришла. Все, супер, спасибочки большое. И как ты? На Донбасс есть место? Я спрашиваю еще. Кто тебя побрил? Покажи. Кто тебя побрил? Покажи. Это была я. Да, ну, это тот самый злой человек. Как захотелось? Как захотелось? С ума сошли или? С ума сошли или? Ну, у меня просто немножко по болезни, мне пришлось побриться. Вот так. Ну, не по очень страшной болезни, да, не по очень страшной болезни, так что все нормально будет. Ну, вот у меня по очень страшной. Да это классно. Согласись? Офигенно, тебе идет. Это хороший телек. Спасибо. Ты первый раз в жизни на лыжах? Да.
Ты молодец, ты молодец, правда. Тоже брат. Тоже лысый. Тоже лысый. Тоже лысый. Ну так, а я Фамила, я говорю, ты слушай, ты говорю, да Илью похоже, говорю. Я захожу и там прямой. Ну реально, да. Это Илюха, это тоже наш Илюха. Ой. Илюха, здорово. Илюха, здорово. Илюха. Илюха. Илюха, привет. Илюха, привет. Илюх. Мы, кстати, с Бишкека. Мы с Бишкека, да. Киргизия. Я неправильно поздоровался. Я неправильно поздоровался. Салам алейкум. Ассалам алейкум, да. Илюха. Алейкум ассалам. Илюха, ассалам алейкум. О, красава, Илюха. О, красава, Илюха. Да. Вот. Ну ладно, было приятно пообщаться и познакомиться. Да, тоже взаимно. Да, тоже взаимно. Тебе идет. Идет. Спасибо. Крепко тебе повезло. Крепко тебе повезло. Спасибо. Ну, молодец, чё, красава. Так, сейчас. А, покажи. Кристина вообще-то кошку попросила показать. Дай ссылочку моей тёлочке. У меня нет тёлочки. У меня вообще тёлочки никогда. Тёлочки мои все... Их ссылочки в интернете. Кристина, покажи сама что-нибудь, плиз. Кристина хорошая девочка. А не общаешься с Ками по-дружески так? С Ками? Ками. С Камилочкой мы... Я не знаю, ну, в смысле по-дружески, но... Короче, я могу так сказать, что когда у меня были плохие времена, ну или не плохие, а просто одинокие. Ну, это были не времена, это были дни. Потому что с Камилой больше, чем один день провести, конечно, сложно, если ты ее не любишь. И просто мы как бы, у нас с ней никогда ничего не было. После проекта у нас с ней не было никогда интима. Я у нее был много раз в гостях, оставался на ночь. Ну, не много раз, а на самом деле немного, несколько. Но у нас никогда с ней ничего не было. Была история, что Камила меня просто уничтожит, наверное, просто за это. Ну ладно, я на самом деле, да, не надо такое рассказывать. Короче, я был не в том состоянии. Если бы я, конечно, был в состоянии, каким, какой я сейчас есть, конечно, я Камиле отдал бы всю свою любовь. Но так как тогда я был такой, еще не понявший, не очухавшийся, поэтому... А так, ну, может она мне позвонить, могу я, но очень редко. Очень редко, очень. Типа, вообще очень редко. Ну, и мы в разных городах живем. Не, рабочий мальчик, типа, шлюха, ну, походу, типа. Как мой телеграм-канал называется? Бог любви. Триста тысяч – это очень мало. Теперь я, короче, начинаю читать комментарии, блядь, из эфира. Зачем ругаться матом у меня в эфире?
Обожаю лысых лесби, я не люблю лесби. Нет, вот я к геям отношусь нормально абсолютно. Ну, я сам турал, но я к геям отношусь нормально, потому что они не трогают моих девочек. А вот лесбиянок, сука, я их ненавижу просто. Потому что они моих девочек трогают. Делают с ними то, что я. Ну, как бы, конечно, они так не сделают никогда, как я. Но все равно они девочек трогают. Надо татуировку волос фотки. Кристина, тоже побрейся там. Сама, да, чувствую, кто не обижайте, Кристину нельзя обижать. Запомните. Всех блокировать буду. Неформалы в Питере. Почему в Питере? Она же... Кто знает, что она из Питера? Туса шаров, блядь. Ой, блядь. Прикольные ребята были, да, прикольные. Илья, был у тебя с Кристиной, которой тут в эфире нет, не было. Ой, что ты ко мне пристала? Это не твое дело. Привет, бро. Здорово, Гачан. Уже давно совсем. Интересно, жесть, следи за собой. А что за Камила? Камила с проекта. Камила с проекта. Ладно, хорошо, расскажи. Привет, ржу. Я всегда хотела, чтобы ты остался с Камилой. Жалко ее было. Почему ты говоришь так? Я всегда хотела, да? Жалко ее было на проекте. А я за Аленой бегал, да, реально, блин. Надо было Камилу выбирать. Но то же самое, мне кажется, было бы. Они идентичны, мне кажется. Только возраст разный. Почему ты говоришь, что с ней можно только по любви? Она очень хорошая девочка, прямо лапочка. Кто? Вообще помню, плохо помню, кто такая. Камила Пижи. 500 евро. Кто стоит? Кто? Это кто? Алена? Камила? Кто? О чем речь? Тоже лесби не нравится, да. Лесби очень нежные и крутые. Нет. Блядь, да ну нахуй. Лесби никогда, сука, не сделают того, что, сука, я делаю. Никогда, блядь. А я сделаю все, что делают они. И лучше просто, сука, в миллион. Даже сравнить, даже не сравнить, блядь. Просто, сука, ни с одной. Лесби есть, как быки здоровые, очкошники. Я поняла, но помню оттуда одну только. Да что там за Камила? Расскажи про Йосика из Дома 2. Йосик, чё Йосик? Ну, честно, персонаж такой, как бы, блин. На своей волне, жестко.
Но они такие, знаете, они, короче, Саша, не такая, короче, пара. Ну, как бы у них свой формат, да, как бы свой формат пары, но он такой пассивный, как бы более. Ну, здесь как бы Саша дело, и Саша, типа, Йосика тоже подмяла под свой пассивный, типа, движ. Завистники вошли в чат. Кристи, а это что такое? Не понял, где твоя фотка? Зая, зачем ты фотку убрала? Что-то вообще непонятно, говорили, что Габуров. Габозов. Ну, можно чисто, на самом деле, провокацию сделать. Я бы даже подпиздился с Аней. Просто не как тогда, блядь, подпиздился по-настоящему. Чисто, блядь, реванш взял бы. В зальчике можно вообще. Оскорблять я не буду просто никого. Ему просто тоже досталось жизни. Но он этого заслужил, наверное, как бы, да? Может, нет. Заюш, не бойся антифанатов, ты же защищена. Каешь до сих пор в эфире, а где мне еще быть? Заюш, поставь фотку, чтобы я тебя видел. Сама ты клоун, блядь. Сама ты, сука, ты не клоун даже, ты актриса, ёпта, блядь. Театр Погорелова. Скоро сгорит нахуй, скоро. А я настоящий человек. Так ты, паскуда, ответишь, сука, за каждое свое действие, блядь. Не обижай Кристину, паскуда, блядь. Саша... Транс ебал. Ой, блядь. Винцешка, блядь, кореш мой. Поэтому опа, 25 секунд. Я не гей, я натурал.